Наша компания специализируется на инвестиционной недвижимости в США, в основном в штатах Флорида и Иллинойс. Как известно, сама по себе покупка недвижимости не дает вам оснований для получения визы или вида на жительство в штатах. Тем не менее, после многочисленных запросов от клиентов мы ввели такую опцию, как помощь в получении визы B1, B2 с нашей стороны. То есть мы готовим приглашение, заполняем за вас анкеты и назначаем собеседование в том консульстве, куда вы можете попасть в нынешних реалиях. Понятно, что если у вас нет никакой другой визы, то это либо страны СНГ, Казахстан, Узбекистан, Армения, или же это могут быть безвизовые страны, такие как Израиль, Турция, Арабские Эмираты. Как правило, собеседование назначается через месяц после подачи документов в электронном виде. Хочу развеять еще один миф, который сегодня всех преследует, о том, что американцы не выдают визы россиянам. Это не так. Выдают, и даже больше, чем раньше. Можете сами проверить статистику Госдепа за 2023 год. Основания для отказов точно такие же, как у любых других иностранцев, поэтому, наверное, на сегодняшний день США как раз одна из довольно лояльных стран, куда россияне могут попасть, не считая сложностей с посещением консульства, которое сейчас не выдает туристические и деловые визы на территории Российской Федерации. Наши контакты есть в описании, поэтому вы можете позвонить, написать и задать любой дополнительный вопрос, связанный с получением визы. Еще раз повторю, что клиентам, которые приобретают через нас недвижимость, мы оказываем эту услугу бесплатно. А если вам нужна виза, но без покупки недвижимости, то тоже можем оказать эту услугу, но на платной основе. Что касается вида на жительство, то этот вопрос уже решается после вашего приезда на территорию Соединенных Штатов вместе с юристом по миграционным вопросам. И также есть несколько оснований для его получения, в том числе для россиян. Опять же, готова рассказать об этом в индивидуальном порядке, но сначала в любом случае следует получить визу и попасть на территорию США. Пишите, звоните, буду рада помочь.